За окном по-зимнему морозно, а в теплицах управления зеленого строительства созревают огурцы. Их высадили только в этом году и уже собрали первый урожай – около 6 килограммов. Одни плоды уже так и просятся в руки, другие еще наливаются, рядом только зависть. Кусты высаживали в разное время, чтобы собирать урожай постепенно. Думая о том, какой сорт высадить, отталкивались от собственного опыта, ведь у многих есть дачи, и выращивать огурчики не в новинку. Сотрудники УЗС уверяют, не используют никакой химии, и покупатели сразу почувствуют разницу. Они очень вкусные, да. То есть все эти сорта знакомы, Стелла и Зазуля. Дачники их очень любят, потому что у него очень хорошие сортовые качества. У него тонкая кожура, у него такой сладковатый вкус. То есть они и в засолке используются. Ну, поэтому мы решили вырастить этих два сорта. Всего на грядках зеленеют 3500 кустов. С них агрономы рассчитывают собрать 15 тонн плодов. Провести такой эксперимент хотели давно. Огурцы проще в выращивании, чем помидоры или другие культуры. Но и они требуют внимания. Их нужно подвязывать, чтобы хорошо росли. Кроме того, растения требуют высокой влажности и температуры. Влажность мы брызгаем, стараемся брызгать. Какие-то водоемчики делаем, чтобы было влажнее. А температура у нас тут, видите, отопление у нас центральное, ну и также у нас обогреватели. Какая должна быть температура? 22-24. Стараться, чтобы была такая температура. Всего в управлении зеленого строительства 5 теплиц общей площадью около 8500 квадратных метров. И ни одна из них не пустует. Где-то выращивают горшечные растения, где-то зимуют пальмы и туи. Ну а агрономы готовы к новым экспериментам. Возможно, в следующем году они высадят новые культуры. Анна Московских, Алексей Овсянников. Новости.